Всем огромный привет! У нас выпал снег, который уже не растает. Земля уже достаточно начала промерзать. Можно уже с уверенностью укрыть свои розы, которые одиночные, и закрыть торцы у роз, которые у меня посажены рядами. Также укрою свой виноград. Я его уже обрезала. Сейчас подхожу к нему, наглядно покажу и будем укрывать его. Вот так вот выглядит мой виноград. Я его уже обстригла. Сейчас буду укрывать его уже полностью на зиму. Осталось вот немножечко рябины черноплодной. Оставлю на съедение птичкам. Практически вся листва у деревьев отпала. Буквально осталось у декоративных деревьев. Клубничка порозовела. Тоже отправляется уже на отдых, на зимний. Хризантему, которую высаживала семенами в прошлом году, я так и не дождалась пышного цветения. Так и стоит у меня вся в бутончиках. Наверное, эта хризантема не предназначена для наших ранних морозов. Здесь у меня посажен чесночок. Вдоль теплицы у меня посажены хризантемы, флоксы и ирисы. Они тоже отправляются на зимовку. Хризантемы, которые подморозились, вроде новенькие, начинали распускаться, но, к сожалению, уже нас не порадует. Их также я не убираю. Может быть, все-таки самосевом где-то еще взойдут. Здесь у меня не до конца раскидано компостный ящик с компостом. Тоже пойдет уже на весну. Я думаю, все равно он пригодится весной мне. Здесь у меня ряд посажено примула. Камнеломочка ушла под снег. Примула. А здесь у меня посажены розы, которую я уже приготовила для укрытия. Сейчас закрою торцы и уже не буду больше открывать. Здесь у меня уже обработанные от листвы гортензии также отправятся на зимовку. И буквально через снег выглядывает у меня виолочка. Надеюсь, что она перезимует у меня хорошо. Обычно она у меня либо подпревает, либо подмерзает. Приходится подсаживать. Здесь у меня смородина. Не успела, к сожалению, я ее подстричь. Здесь у меня бадан. Здесь у меня куст многолетней астрочки. Уже тоже подмерзла. В общем, сезон закрываю. Конечно, хочется что-то бы еще что-то подделать, но, к сожалению, уже все, уже ничего не сделаешь. Тут вот пришла у меня кисонька соседская. Своих у меня кошечек нету, к сожалению. Ластится. Здесь у меня примулки аурикула, посаженная в этом году. Я высеивала ее семенами, подросла. Мы посмотрим, как здесь ей будет, комфортно или нет. Торцы вот с этой стороны розы я уже закрыла. Здесь вот немножечко снег подтаял, но периодически подтаивать еще будет, но уже не растает. Здесь я омолодила немножечко черноплодную
здесь у меня растет хрен. Как только мы приехали сюда, вот так он рос. Я никак не могу от него избавиться, к сожалению. Сколько много черноплодки для птичек. Красота. И вот так вот выглядит мой сад. Сейчас немножечко пройдемся. Покажу, как он выглядит со стороны. Вот так вот выглядит мой сад со стороны огорода. Конечно, этот сад самый обычный деревенский. Пусть он не до конца всегда у меня ухоженный, но я его обожаю таким, какой он у меня есть. На этом видео я свои заканчиваю. Всем говорю до новых встреч. Спасибо, что вы меня смотрите.